Человек на кресте, крест как крест, врытый столб перекладиной доски, виден он и теперь со всех мест, и принять его жертву так просто. Человек на кресте, если б он не за падших, за чистых был поднят, и тогда был бы мир потрясен, созерцая божественный подвиг. Человек на кресте, а земля вся могла быть крестами покрыта, но колючками терна тогда наши головы были б обвиты. Человек на кресте распростер над всем миром свое необъятие, пригвоздив на тот крест наш позор и наш стыд и проклятие. Человек на кресте, Божий Сын, он висит, истекающий кровью, за всех грешных страдая один, принося себя в жертву любовью. Человек на кресте, а в толпе, что распяло его над собою, ты и я, пусть живем мы теперь, у креста мы стояли с тобою. Человек на кресте, как любил, как он верил нас там на распятии и отцовскую волю творил, чтоб друг с другом мы жили как братья. Человек на кресте, его взгляд полон нежной любви и печали. До сих пор его слезы блестят, видит он, как мы низко упали. Человек на кресте, как же я, не заметит мог крест тот огромный, не заметил, а крови струя из моих должна течь бы ладоней. Человек на кресте за мой грех, этот крест для меня предназначен, и какой дорогою ценой, чем измерить ее, был оплачен. Человек на кресте спас меня, смог простить мне грехи, жизнь даруя. Он со мной среди ночи и дня, только им, Иисусом живу я. Человек со креста не погиб, он царит на небесных высотах. Он меня учит жить и любить, вере крылья дает для полета. Где б я ни был теперь, над собой вижу крест тот Голгофский один. Как хочу, что всегда был со мною, человек со креста, Божий Сын. Аминь.